Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Том Клэнси The Division 2, и темой сегодняшнего ролика у нас будут билды. А именно билд мой, но еще я параллельно расскажу о том, как собирать билды, на что обращать внимание и вообще с чего начинать. Поэтому давайте начнем с, как на мой взгляд, двух правил. А точнее не правил, а двух вариантов развития билда, развития событий, так сказать. Первый способ, дилетантский, так сказать, использовать именно оружие. Идите вы нахуй. Оружие, Пойти от оружия. Допустим, человек, я не люблю ППшки, я там не люблю снайперки, я хочу играть со штурмовой винтовкой. Вот и от нее пойду. То есть, уже начинать идти от оружия. Это, я считаю, не очень правильный выбор, потому что под определенное оружие подобрать гораздо сложнее что-то определенное и выбить гораздо дольше что-то определенное. Второй способ, как я считаю, более грамотный, а именно исходить из талантов. То есть исходить из того, что у вас уже выпало, и дополнительно дополнять. Потому что таланты есть, вы уже смотрите, ага, вот у меня уже выстраивается вот это, 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 хуета, и все, у меня, в принципе, осталось только чуть-чуть добавить. С оружием же гораздо сложнее, потому что вам под оружие придется уже подбирать постепенно. Вот это мне не нравится, вот это пойду выбивать. Долго выбивайте одну вещь, там, вторую вещь, третью вещь. С талантами все гораздо проще. У вас есть уже таланты, какие-то вещи выбиты, и все. Вы уже все подстроили под нее и просто подобрали оружие. Потому что с оружием практически проблем нет. На оружии ничего серьезного такого, не выпадает. Практически любое оружие, оно одинаково по характеристикам не отличается. То есть вот вам выпал вектор и вашему другу выпал вектор, он будет практически одинаков. Практически одинаков, единственное, что может будет отличаться, это какие-то вот модификаторы и вот этот вот талантик. Все, это, а так, в принципе, по урону они должны быть одинаковые, если у них одинаковый гир. Поэтому у нас речь идет от талантов, я считаю. Мы начинаем с таланта, а вот именно вот этот билд, о котором я хочу вам рассказать, начинается именно с таланта на перчатках, а именно хват. Каждое критическое попадание будет восстанавливать вам 15% здоровья и 2% брони. Каждое критическое попадание. Ага, видим. Критические попадания, соответственно, надо разгонять крит. Надо разгонять крит, соответственно, надо брать ППшку, потому что ППшку уже встроен крит. В каждую ППшку, любую ППшку возьмите, то есть там вот эту ППшку. Еще, наверное, у меня, в этом в инвентаре валяется. Ну ладно, фиг с ним, не хочу лезть. В общем, имейте в виду, каждая ППшка имеется в своем дефолтом стеке. Каждая ППшка имеет в своем, так сказать, дефолтном параметре крит шанс. Это то, что нам нужно. Кроме того, я взял именно вектор, потому что он на АЦПшках. У АЦПшек есть один серьезный плюс, точнее, не у АЦПшках есть серьезный плюс, а у вектора на АЦПшках есть серьезный плюс. А именно глушитель Оспри, который будет давать плюс 20% шанса крит попадания. Да, уменьшим скорострельность, то есть если его убрать, она в принципе будет как и у обычного 1200. Ну там плюс еще там, в среднем бьем 1200. Но все-таки 20% шанс крит попадания — это охуеть как много. Поэтому я использую именно его. На 9-миллиметровом такого нету. Такой роскоши нету. Неудобно, конечно, тут использовать вот так. Да ёб твою за ногу. Вот. На 9-миллиметровом такой ерунды нету. Поэтому я решил воспользоваться именно вектором на АЦПшках. В итоге получаем, вернемся обратно к модификациям вектора. У нас идет дополнительный шанс крита от еще подщечки, то есть подствольника, короче. Есть 20% шанс крита от Оспри, и есть еще модуль на прицел. Коллиматор должен выпасть, должен вам выпасть чертеж, мне, сука, он до сих пор не падает. Там должно быть что-то около, по-моему, дополнительный шанс крита плюс и, какая-то хуйня там отнимается. В общем, не суть важно, может быть, меткость там отнимается. Не в этом дело. Нам вообще насрать, что там отнимается. Нам самое главное разогнать шанс крита. Как выбить тот чертеж, выбивается он с контрольных точек. По-моему, начиная с 3-4 уровня. Точно не помню, 3 или 4, я не помню, каким уже катал. Для тех, кто не знает, как разогнать уровень контрольной точки, мало ли, есть тут. Смотрите, к контрольной точке ведут линии.
такие вот линии красненькие есть, они соединены с другими боевыми действиями, то есть, будь то вот контроль территории, либо тут, это как называется, пропаганда, то есть, срыв, и, ну, разнообразные другие. Вы зачищаете эту точку, плюсик отправляется сюда, то у вас контрольная точка становится плюс 2. Зачищаете эту поеботу, становится плюс 3. Хуй я сейчас вообще это рассказываю, это вообще тема для другого видео. Зачищаете вот эту ерунду, отправляется все сюда, и у вас точка становится плюс 4. Зачищаете ее, и там есть шанс выпить чертеж. Это, конечно, очень сложная задача. В соло вообще нереально. Я пробовал ходить в соло. Это невозможно вообще, короче. Просто я умирал там, наверное, по 50 раз. И потом плевался, не знаю, хрен знает чем. В общем, ужасное времяпрепровождение. Я вам не советую ходить туда одному. Только с пати, только с нормальной пати вы сможете выбить себе. Я пока еще не нашел пати, благодаря которой могу выбить. Если вы готовы пойти ко мне в пати, блядь, ради бога, ссылка на Дискорд в описании. Заходите, помогите мне. Просто давайте поможем друг другу играть, поможем друг другу получать удовольствие от игры, от выбивания предметов и всего от остального прочего. Ладно, хрен с ним, мы отвлеклись от темы. Возвращаемся обратно к нашим билдам. Итак, у нас развитие пошло, как я сказал, от хвата. Вот этот великолепный талант мне понравился, и я решил, блин, я буду его развивать. Дальше встал вопрос, развивать от чего? То есть, либо от здоровья, либо от брони. От и того развивать невыгодно. Почему я решил не использовать здоровье, а решил именно пойти в броню? Здоровье, конечно, хорошая штука, 15%, как вы видите, но есть как минимум несколько минусов. Во-первых, здоровье разогнать очень сложно. Здоровье разгоняется, то есть есть таланты, как, допустим, вот закаленный, броня плюс 10, есть другой талант, не помню, как называется, но он дает плюс 20 к здоровью. Такой же талант можно выбить на бронежилете, как и, в принципе, талант плюс 10 брони можно получить тоже либо на рюкзаке, либо на бронежилете. На бронежилете у меня нету, но здесь у меня плюс 16 тысяч брони. Вот очень хорошая характеристика выпала. Было бы, конечно, идеально, если бы мне еще ерунда выпала какая-нибудь на плюс 10 брони. Ну, в общем, неважно. Сейчас не об этом, опять же. Не о талантах. Возвращаемся к здоровью. Развить талантами здоровья можно только, опять же, на этих двух шмотках. На других же шмотках может выпасть здоровье, на любых. Броня не может выпасть на любых шмотках. Вот такой именно, я имею в виду характеристики, то есть вот сюда вот. То есть, допустим, берем здоровье, вот видите? Вот это вот здоровье может выпасть на любом предмете, абсолютно на любом. С броней так не прокатит. Броня выпадает вот в этих характеристиках только на рюкзаке, на бронежилете и на наколенниках. Которые, кстати, мне, сука, надо поменять, мне они тоже не падают на броню, никак не могу себе найти. Таким образом, я говорю, броню можно разогнать гораздо выше за счет того, что у вас еще каждый предмет по дефолту дает броню. Каждый предмет дает броню, плюс вы еще разгоняете ее от вот этих ерундовин, и плюс вы еще дополнительно, стоп, не сюда, плюс вы еще дополнительно можете разогнать ее от оборонительного протокола, именно система, это именно оборонительная система. У оборонительных систем есть такой пункт, как всего брони. То есть они сами дают броню и плюс еще дополняют броню. Сейчас мне надо найти другой рюкзак, который будет с оборонительным протоколом. То есть здесь у меня, видите, наступательный протокол, а мне нужно именно оборонительный, не протокол, именно система. Мне нужна дополнительная оборонительная система. У меня есть еще оборонительная система, которая увеличит еще, по-моему, хп на 2%. Ой, хп, броню на 2%. В общем, я уже слишком много всего вам наговорил, это пиздец. Опять же, вернемся обратно к здоровью. Поэтому я и решил, здоровье не очень выгодно развивать, потому что развить здоровье, ну, судя по подсчетам, как я пытался, ну, можно 1000 до 100, может быть, до 110. Возможно, у кого-то получалось больше, в зависимости от удачи выпадения предметов. Но выбить их на здоровье будет очень сложная задача. Очень сложная, блядь, задача выбить на здоровье что-то себе. Да, с, допустим, 100 тысячами здоровья вы с каждым критом будете восстанавливать себе приблизительно по 15-16 тысяч здоровья. И вот тут всплывает второй минус, который я считаю одним из самых противных. Есть такая фигня, которая называется штурмовые винтовки. И вот эти бляди наносят дополнительный урон здоровью. Причем его так дохрена, что просто кони берут. А многие люди как раз таки катают вот с ктарами и с
другими тоже скорострельными пушками, которые наносят урона гораздо, ну, не гораздо, но побольше, чем, скажем так, векторы. И плюс у них еще идет дополнительный урон здоровью, плюс обычно такие люди развиваются тоже в урон от штурмовой винтовки, плюс она стреляет точнее и стреляет на дальние дистанции, а ППшки же стреляют только на ближние. Поэтому решил, нет, нет, спасибо, не надо мне здоровье, мы будем использовать броню. Это вот тоже стало решающим фактором, потому что урон здоровью проблемная штука. А, скажем так, чтобы вы понимали, за секунду вектор делает приблизительно, ну, выстрелов 18. Ну, судя по подсчетам, то есть если 1100 у него выстрелов в минуту, в секунду, соответственно, он будет выстреливать где-то, ну, как я и сказал, 18 выстрелов. Если взять шанс крита, который я сказал, мы разгоним до 60%, потому что 60% это максимум. То есть берете, вот, допустим, рюкзак, здесь добавили, там, здесь немножко добавили, и, по-моему, где-то еще мы добавили. Где-то я добавил еще, да, вот здесь еще добавил. Вот на трех предметах я добавил себе еще плюс 15. Итого у нас все получилось 60% шанса крита. И это максимум, все, потолок, выше уже не подняться. Если взять, что хотя бы 60% из этих 18 будут критовыми, а может быть случится так, что и все будут критовыми, брони мы будем восстанавливать приблизительно 50 тысяч за секунду. За секунду 50 тысяч брони. И это, скажем так, в самом среднем случае, среднее значение. В самом лучшем случае мы будем восстанавливать там чуть ли не 100, даже больше, наверное. Ну, не 100, но может 1080 брони будем восстанавливать в секунду. Вы только вздумайтесь, в секунду. Со здоровьем может, как я и сказал, случиться проблемка. Да, восстанавливается много, 15%. Можем почувствовать себя неубиваемым. Но, опять же, есть штурмовки, которые просто бесят. К тому же, если развивать здоровье, соответственно, брони у вас будет немножко меньше. И, ну, немножко, на самом деле будет порядочно меньше брони. У вас будет приблизительно одинаково здоровье и броня. Там где-то будет 120 тысяч, может быть, брони, и где-то там 100-110 тысяч здоровья. Ну, ладно, может быть, брони будет побольше, там может быть 130-140 тысяч. Но суть темы не меняется. У нас все остается так же самое. В общем, задолбало отходить постоянно от темы. Возвращаясь к тому вопросу, что я решил пойти именно в броню. Развивать броню. Броню, как я сказал, нам развивает. Первое, это характеристики на рюкзаке, бронежилете и наколенниках, которые у меня, сука, нету, но появится. Плюс броню еще дополнительно дает талант закаленный, его можно выбить, опять же, на рюкзаке и на бронежилете. И плюс еще броню нам дополнительно, как я сказал, дает оборонительная система. То есть они есть разные, то есть есть... Сюда. Вот так вот. Есть на 3%, есть на 2%. Вот я хочу еще 2% засунуть, по-моему... В рюкзак, я хочу рюкзак выбить, у которого будет оборонительная система. Там есть, по-моему, оборонительная система у какого-то рюкзака. И вот я хочу туда ее еще засунуть. И будет вообще идеально. Огромное количество брони будет. Там брони, может быть, будет 1240. И в таком случае броню вам сбить будет, блядь, серьезная проблема. И плюс вы еще будете восстанавливать ее постоянно по 2%. Да, казалось бы, немного. Но за секунду вы восстановите, как я сказал, приблизительно 50-60 тысяч брони. А это не хухры-мухры, это дополнительная ваша выживаемость. У противников столько вряд ли будет урона, чтобы перестрелять вас. К тому же, не забывайте, вы наносите урон постоянно критами. Постоянно практически будете наносить урон критами. А это, скажем так, очень больно, ребят, если вы не понимаете, то в упор против вас шансов практически нет ни у кого. Просто, блин, ни у кого. Но это еще не все. Как я сказал, суть этого билда в развитии нескольких параметров. Это броня, это шанс крита и шанс критического... Ой, не шанс, а мощность критического попадания. А именно урон от крит попадания. Вот это вот. Она у меня развита на, по-моему, двух предметах. Да, вот на бронежилете урон от крит попадания идет. Еще урон от крит попадания идет на этом, на кобуре.
Плюс еще идет дополнительно модификацию я сделал себе на точный выстрел. Ну, плюс дополнительные модификации на урон, это все ерунда. Они не особо, ну, влияют, конечно, но это не суть. Самое важное еще идет именно вот, вот от этих, урон от ПП еще дополнительно. Так как нашим основным оружием будет ППшка, я еще дополнительно откалибровал перчатки на урон от ПП. Там на каких-то перчатках есть, в принципе, любой модуль на урон от любого оружия касается только перчаток. То есть любой урон, который вы хотите добавить, будто, скажем так, 10% урона от ПП, 10% урона там от штурмовой винтовки, от снайперки, все это есть только на перчатках. Нигде вот здесь вот такого модификатора вы не найдете характеристики. Просто нигде. Никогда. Кто бы что вам ни говорил, его там нет. Есть другой модификатор. Есть модификатор, по-моему, в... Да, Соколов концерт. Урон от ПП. Вот это да, другая тема. Того у вас получается плюс 20% урон от ПП. Плюс дополнительно, как я и сказал, есть еще один талант, которым мне пришлось пожертвовать. У меня там был другой. Чтобы вы понимали, есть еще один хороший талант для билда танка. Не помню, как он называется. Он дает... Как только у вас полностью выбивают броню, у вас становится 0 брони, вам тут же дополнительно дается 25% от вашей максимальной брони. То есть у вас сразу же увеличивается еще броня на 25%. А чтобы вы понимали, от моей брони это сразу 50 тысяч. То есть как только у вас броня закончилась, вам тут же дали еще 50 тысяч. То есть итого получается, у меня брони бы здесь было не 206, а 256 тысяч. Это, согласитесь, достаточно серьезный перк. Но я решил от него отказаться, потому что я, как бы, иду в скорострельность. Мне надо за очередь убить хотя бы одного противника, перезарядиться и начать стрелять дальше. И вот здесь помог вот такой вот талант. Берсерк называется. Увеличение урона от оружия на 10% за потерю каждых 10% от брони. То есть, как, чем больше брони я теряю, тем больше у меня урона будет. В PvP он меняется. То есть в PvP там, по-моему, 5% дополнительно дается урона за каждых 10% отсутствующей брони. В итоге, когда мы остаемся без брони, урон от нашей ППшки, любого оружия, которое у нас, увеличивается на 50%. То есть это касается и критов, и попаданий в голову, всего. То есть это, в принципе, увеличивается урон. И я решил, этот перк станет достаточно серьезным подспорьем для всего этого. Ну, давайте теперь поподробнее. Ну, как поподробнее, я только уже максимум подробно что рассказал. Покажу то, что у меня сейчас вот выпало, есть на предметах. Как сказал, основным у нас идет вектор. На векторе тут фигня, в принципе, ничего мне не нужно. Я добавил ему емкости, именно модифицировал. Можно, конечно, было бы поставить скорострельность для того, чтобы компенсировать, по-моему, прицел у меня там стоял, который уменьшает скорострельность. Но мне это нафиг не надо было. Я подумал, лучше я буду подольше стрелять и гарантированно убью противника, чем я быстрее буду стрелять и не факт, что убью. Вот в чем дело. Вторым оружием я взял пулемет. Потому что от него тоже идет дополнительный урон. А именно? Именно урон от специализации. Урон подрывника увеличивается от пулеметов и от ППшек. Поэтому если вы играете с этим билдом, вам обязательно надо играть именно с подрывником. Потому что здесь есть два вот этих перка, которые на 15% увеличивают дамаг от ППшек и на 15% увеличивают дамаг от пулеметов. Желательно, хотя можете не использовать пулемет, это не обязательно. Но вот для ППшки обязательно используйте именно подрывника. Это вот прям офигенная тема. И тоже касается, кстати, остальных оружий. Если вы играете там с основное оружие штурмовая винтовка, то используйте, значит, выживальщика. Если у вас основное оружие винтовка снайперская или ДМРка, то используйте уже снайпера. Такие дела, ребят. Поэтому возвратимся к предметам и... Посмотрим, что у нас тут есть. Маску я себе выбил Гилла Гвард, которая увеличит 5% еще брони дополнительно даст. Ну, как я сказал, шанс крит попадания и здоровье немножко добавил. Потому что, в принципе, ну, брони тут не добавить, как я и сказал. Здесь убийство противников дает вам невосприимчивость. Ну,
Выпал, конечно, можно на что-нибудь заменить. Я его еще пока не менял, но я жду, может быть, выпадет что-нибудь получше с большими характеристиками, потому что 4000 это на самом деле не максимум. Можно развить и побольше. Может быть, и шанс крита какой-нибудь получше выпадет, а может быть, и какие-нибудь перки выпадут получше. Итак, бронежилет. Бронежилет я хочу поменять. Мне не очень нравится 5.11 Tactical. Защита от элитных врагов мне нахрен не сдалась. И, в принципе, таланты никакие пока не падали. Единственное, что он у меня упало, это броня. Но лучше у меня ничего не было. Плюс я хочу, как я сказал, выбить другой бронежилет, у которого будет оборонительная система. То есть, которому можно будет ставить модификацию дополнительную. Поэтому броня у меня тоже под сменой, но... Пока еще не знаю на что. Возможно, быть тоже поменяю на Гила Гвард. По-моему, тоже у Гила Гвард как раз-таки есть модификация оборонительной системы. Вроде как, я не помню точно, но, по-моему, у рюкзака Гила Гвард есть оборонительная система. Поэтому пока что у меня в мыслях заменить ее тоже на Гила Гвард. По поводу вот этого бронежилета тоже сказать все сложно. Единственный его плюс, как по мне, это именно вот этот талант, который я откалибровал сам. И вот эти вот, твою мать, 16 тысяч дополнительной брони мне пока еще больше не падало. То есть я пока не видел больше увеличения, чем вот эти 16 тысяч. Да, падали там 9 тысяч, 10 тысяч, ну, блядь, 16. Ну и плюс у него, как я и сказал, у него дополнительные 3 слота под модификации. И здесь можно поставить вот просто вот все, что угодно, до хрена чего. Поэтому мне его пока заменить не на что. И, в принципе, он меня устраивает. Пока что. Перчатки, как я и сказал, перчатки вообще идеально вписываются. Они плюс еще дополнительно состыковываются с саммитом. Но, и как сказал, основной плюс это хват. Остальное мне нахрен не нужно, потому что урон от ПП я модифицировал сам здесь. По поводу кобуры. Здесь меня интересовал как раз таки урон уже от крит попадания. Я не знал, что на кобуру засунуть, и поэтому подумал, что урон от крит попадания будет такой неплохой темой, потому что Вивернвир, он сразу дает урон от крит попадания, и плюс еще дополнительно мне выпал в характеристиках урон от крит попадания. Зафигачил талант на урон от выстрела в голову, еще получил дополнительный дамаг, и плюс у него модификация была наступательной системы, которая еще дополнительно дала урон от оружия, плюс шанс крит попадания из ППшки. В общем, все получилось достаточно прилично. Ну и последнее, что мне нужно поменять, это Соколов Концерн. Мне не нужно менять именно Соколов Концерн, мне нужно поменять именно вот этот талант, чтобы мне выпала здесь броня. Здесь лечение за убийство, возможно, тоже что-то другое выпадет, более хорошее, но пока что я не знаю, что здесь может выпасть более-менее такое, что подойдет под этот билд. Ну и последнее, что у нас остается, это... наши навыки. Навык щит. А именно дефлекторный, который будет возвращать урон. И, ребята, чтобы вы понимали, вот эта вот херня, то есть наши перки вот эти вот, которые увеличивают дамаг, мы отстреляли магазин, мы тут же достаем щит, и у нас, блядь, еще сразу 303 тысячи брони. Ну, не брони, а именно на нашем теле, на голове. По ногам, конечно, нам может проходить, но если спрятать ноги за чем-нибудь, за какой-нибудь статуей или чем дело... то вот с этим ерундовиной и каким-нибудь пистолетом, я сейчас использую 911, у него неплохой урон, плюс магазина хватает для того, чтобы убить практически любого противника, а к тому же с пистолета достаточно просто стрелять в голову, он очень точный, и плюс вот этот вот щит, который будет дефлектить патроны обратно. Таким образом, можно разбирать там и двух, и трех, просто кидаете под себя, опять же, химустановку, которая восстанавливает 40 тысяч брони, по-моему, в секунду, то есть это, ну... приличное количество, хотя не, она, по-моему, просто 40 тысяч восстанавливает. Хотя нет, не 40 тысяч, она, по-моему, как-то странно она работает. В общем, пока сидел, монтировал, думал, какого хуя я не знаю, как работает химустановка. Ну, точнее, я знаю, как она работает, я знаю, что она восстанавливает ХП, но сколько точно она восстанавливает, я понять не могу. Поэтому решил проверить. Так, только не убей меня, скотина. Так, восстанавливаем себе ХП, кидаем под ноги. Сколько она восстанавливает у нас? Так, три полоски у меня восстановило. Полосок у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почти восемь полосок. Восемь полосок, это у меня получается мои 206 тысяч брони. Мы, получается, открываем калькулятор.
получаем 25 тысяч, это одна полоска. А, соответственно, три полоски нам восстановило 77 тысяч. Какого хуя, блядь? Модификаторов никаких нету. Наверное, какой-то модификатор есть на восстановление. А, у меня еще вот восстановление брони в секунду. Хотя, в принципе, тут немного восстановления брони в секунду. 493 за 493. Сколько она там, 5 секунд работает? Это 4,5. Тут всего-то восстановится 2000. Это ерунда по сравнению с тем, что мне восстановилось. Как она восстанавливает, мать твою, броню? Вот сейчас мы еще раз попробуем. Так, кидаем две штуки. Раз, два. И мы восстановили себе практически все хп. Практически. Я нифига не понимаю, как это работает. Если, ребят, вы знаете, напишите, потому что я не знаю, у меня никаких модификаторов на восстановление хп нету дополнительных. То есть одного оружия, но его явно нету. Я хз. Я не знаю, блядь. Ну и похуй, как говорится. Ну, в общем, ребят, такой вот билдецкий получился. И я думаю, вы, ну, приблизительно поняли, как это работает. Давайте для большей наглядности я, знаете, подойду и постреляю по цели, чтобы вы поняли, как часто выпадают криты на этой херне. Как видите, практически каждый второй выстрел это крит. Но это при том, что дальняя дистанция пока, вот, если нам поближе поставят мишень. Вот, видите, все оранжевые цифры это криты. Суть наша идет именно от ХП. Мы идем от брони, от здоровья, мы идем от выживания. И плюс вот это восстановление нам очень сильно поможет. Конечно же, можно развивать и другие билды. К примеру, ту же ППшку можно использовать с какими-нибудь другими перками. К примеру, на большую скорострельность, на больший урон. Опять же, на мощность критов, на урон от оружия дополнительный. Division — это просто игра невероятных возможностей, в котором вы можете одно и то же оружие развивать просто разными способами. Ну вот такой вот способ я вам пока показал. Разумеется, другие мои билды, которые я буду выпускать. Разумеется, вы видели, что этот билд еще не закончен. У него есть еще продолжение, ему есть куда развиваться. Но я думаю, вам понравилось. Вы поняли суть, и вы сможете выбить что-то свое, потому что все равно даже то, что у меня, вы не выбьете. У вас может быть что-то лучше, у вас может быть что-то хуже. Но принцип, я думаю, вы поняли. Вы никогда не выбьете то же самое, что и есть, к примеру, у другого игрока. Но что-то похожее вы сделать можете. Поэтому, если вам это видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!